Сердечной любовью от лица всей группы мы благодарим вас за те драгоценные знания, что даровали нам все эти дни, за то, как вы выкладывались на 100, просто 50% для каждого из нас, за вашу внимательность, за ваш профессионализм, за вашу духовную неиссякаемую мудрость. Я уверена, то, что вы в мне души, мы каждый из вас, мы в вас влюблены в сердечные чакры. Вот, мы будем нести нашу миссию добрым и светлым людям, поэтому мы искренне благодарим вас за ваш курс и за то время, которое проведем. И даруем вам и вашей семье, благодарим вас за ваши знания, вот такой вот небольшой плоды. А вот это, да, я понимаю, вот это мы, наши волшебницы, которая помогала нам. Да. В общем, напьюсь кофе, чай, подорожусь оградами. А что ты еще, пожалуйста, помните? Спасибо вам большое. Спасибо, очень приятный такой подарок, и главное в точку. Это аюрведический подарок, да, который мы с удовольствием, конечно, принимаем. Ну, пожалуйста, если кто-то может еще. Спасибо вам за теплые слова, и помните о том, что вы отправляетесь сейчас уже в самостоятельное плавание, но никогда не забывайте о Альма-Матер, о кафедре, которая подготовила вас к этому очень серьезному испытания. И много раз вы вспомните то, что я говорил вам на лекциях. Ваша лекция – это ваш рабочий инструмент. И помните о своей миссии. Вы должны нести здоровье людям. И самое главное – помогать людям рожать здоровых и талантливых детей. За этим будущее России. Важно, кто будет сидеть за штурвалом истребителя 5-го, 6-го или 7-го поколения. За штурвалом танка «Армата». Вот все, что мы видели из наработок. Конечно, это не ДЦПшный ребенок или не ребенок с диагнозом МД, а это здоровый, умный и духовный человек. Духовность, конечно, зависит еще от его родителей, от окружения. Но вы закладываете очень серьезный биологический фундамент здоровья будущего поколения России. Ну, а наша связь с вами будет такой регулярной, это могут быть и... Что у нас там вообще не происходит? Рассылка по ГРБ ближайшая. Я не буду вас сегодня мучить флешками. Сегодня у вас день такой радостный. Спокойно сейчас мы пообщаемся еще на разные темы. А я вам пришлю потом по ГРБ, то, что сегодня Елена Евгеньевна рассказывала, всю информацию. И то, что касается, посмотрите ближайшую там папочку, которая актуальный вопрос, который у вас уже есть на флешках. Чтобы вы подключились к подготовке конференции в честь 20-летия, 21 года рождения кафедры и в честь юбилея Альберта Ивановича Крашенникова. Ну, 70 лет исполняется 11 февраля. Это называется 70 лет молодости. У вас же есть вот эти газеты, да? Да. Вы там видели эту информацию? Мы поздравим вас с первыми 70 годами вашей жизни.